Сегодня утром ранним, дорогие наши друзья, к нам пришла ужасная новость из мира шоу-бизнеса. Наш достоверный источник сообщает нам, что рано утром в одной из больниц города в тяжелом состоянии был доставлен на скорой помощи российский актер Евгений Миронов. После полного обследования врачи выявили у него тяжелую степень коронавируса. Сейчас его будут переводить в один из ковид-центров Москвы, где будут заниматься его лечением. Мы были шокированы этим известием, многие из нас даже зарыдали, ведь они являются большими фанатами и поклонниками этого актера. Информации пока очень мало, друзья, мы следим за развитием событий. Как только что-то станет известно, мы сразу же сообщим об этом вам на нашем YouTube-канале. Рекомендую вам подписаться на наш канал, друзья. Нажать на колокольчик, чтобы завтра утром не пропустить свежий выпуск, который наши ребята приготовили для вас. Будьте с нами, друзья, следите за нашими новостями и будете в курсе всех событий в мире шоу-бизнеса. Мы с вами не прощаемся, лишь говорим вам до скорой встречи, дорогие наши зрители и подписчики канала.